Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами Айша Тухаева. Солнышко, счастье мое, моя радость, звучит непривычно для неизбалованного женского уха. Но пророк Мухаммад, мир ему и благословение, звал своих жен ласковыми именами. Именно так к ним и обращался. А разве не является примером для любого мусульманина поведение пророка Мухаммада, мир ему и благословение? Обращаться таким образом с женой – это не обязанность, но это проявление доброго нрава, которым будет доволен Всевышний Аллах. Подробнее об этом сюжете. Послушание, покорность, стремление радовать, не доставлять хлопот и отрицательных эмоций – такими качествами должна обладать жена. Многие не согласны с такой формулировкой, но таков закон. Он прописан в священных писаниях и не только в них. Достойный муж, богобоязненный муж скажет в первую очередь, что покорность Всевышнему Аллаху. И если жена покорна Всевышнему Аллаху, то послушание мужу, оно соответственно и будет. Послушание мужу. Многие ошибочно полагают, что оно присуще только Дагестану и Кавказским республикам. Однако в книге по домоводству австралийского издательства 1961 года есть очень много похожего на кавказские устои. Например, советы жене, встречающей мужа после работы. Не жалуйтесь мужу, не заговаривайте первой. Помните, как сильно он устал. Молча накормите его, и лишь после того, как он прочитает газету, вы можете попытаться заговорить с ним. Далее, делайте мужа счастливым. Сделать счастливым своего мужа, наверное, хочет любая жена. Но в чем счастье мужчины? Только ли в сытном обеде и молчащей жене? Если какого-то человека счастье заключается в красоте его жены, он скажет, я счастлив, она моя красивая жена. А другой скажет, нет, мне не красота нужна, мне ее женственность, ее послушание, ее это нужно, это для меня счастье. Другой скажет. А эти все моменты пророк, алейхиссалям, в одном хадисе всех взял. Выбирая жену, нужно смотреть на ее красоту, богатство, родословную и религиозность. И опираясь на эти критерии, выбирать самую богобоязненную. Ведь каждому хочется в семье покоя. Та, что ищет довольство Аллаха, покой создаст. Но взамен женщина, как правило, хочет видеть стопроцентную отдачу. Жена, даже не имея любви со стороны мужа, она должна быть ему покорной. И не обусловливается любви со стороны мужа в адрес жены. Женщина призвана любить, несмотря ни на что. Ведь она по природе своей стремится завоевать сердце мужа. В этом заключается ее самореализация, ее женственность. И если же ее целью является что-то иное, она утрачивает ту нить, которая связывает ее с предназначением. Есть хадис: «Мир этот дается во временное пользование. И лучшее из того, что можно приобрести в нем – хорошая жена».